Никто, конечно же, ничего не... Это мем с кадром из передачи «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Картинка показывает ситуацию, в которых кто-то не выполняет обещания. Леонид Каневский, который ведущий телепередачи «Следствие вели», регулярно употребляет какие-то фразы, которые становятся впоследствии мемами. Например, у него был мем... Впрочем, это уже совсем другая история. А недавно завирусилась другая фраза из передачи. Сначала задается ситуация с каким-либо обещанием. Например, не пить после Нового года... или выполнить все дела за один день, а потом внезапно появляется Каневский. Мем с Леонидом Каневским показывает ситуации с пустыми обещаниями. Как правило, человек, который их дает, сам не верит своим словам. Или дает их так часто, что ему не верят. А слова Леонида Каневского всего лишь отражают это недоверие.